В Сочи проходит 12-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Совещание по развитию АПК под председательством президентов стран приняли участие руководители 28 российских и казахстанских регионов. Самарскую область представлял губернатор Николай Иванович Меркушкин. Казахстан входит в число основных торговых партнеров Самарской области, а товарооборот составляет свыше 600 миллионов долларов в год. 63-й регион экспортирует в Казахстан нефть, легковые автомобили, оборудование. А Казахстан импортирует медь, алюминий, черные металлы, минеральное топливо. Доля сельскохозяйственной продукции и продуктов питания пока не менее значительна. В соседнюю страну ввозятся кондитерские изделия, макаронная продукция, растительное масло. В работе по импортозамещению российская сторона готова к самому тесному взаимодействию с партнерами из Казахстана, а также всего Евразийского союза и других стран. Мы заинтересованы в выстраивании производственных и технологических цепочек в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, других отраслях смежных. Убежден, такое сотрудничество пойдет на пользу всем, безусловно, всем его участникам, сообща легче повышать конкурентоспособность на мировом рынке, снижая зависимость от западных поставщиков. В этом гарантия экономической и продовольственной безопасности нашей страны. Как отметил президент России, с 2003 года, когда состоялся первый межрегиональный форум, взаимная торговля выросла в 6 раз, до 21 миллиарда долларов по итогам прошлого года. В Самарской области есть что и сейчас предложить Казахстану. Например, регион – лидер в стране по приросту поголовья крупного рогатого скота. Среди тем для обсуждения – минимизация негативных последствий засушливых погодных условий, то есть развитие, внедрение и совершенствование ресурсов влагосберегающих технологий.